Ребята, разбиты на отряды, получают подробный инструктаж, магазин с 9 патронами и допуск к стрельбам. Баллы за попадание в мишень не выставляются, но все-таки каждый стремится попасть в предполагаемого противника. Для многих это первый опыт стрельбы из автомата. К стрельбам допущены не только юноши призывного возраста, но и девушки, которые выбрали вуз военной направленности. Из автомата я стреляю первый раз в жизни, а до этого, конечно, я тренировалась в пневматическом автомате. Такие ощущения, которые не передать, потому что каждый в жизни желал бы пострелять с автомата Калашникова, который является гордостью нашей страны. В сборах участвуют все школы города-курорта. Лучшую подготовку традиционно показывают кадеты морского пограничного лицея, старшеклассники гимназии «Еврика». А вот школа номер 14 ГК «Отзора» даже установила крепкие шефские связи со многими воинскими частями вблизи своего округа. Все это ребятам нравится, это навык для бойца, который будет служить. Стрельбы – самый важный этап учебных военных сборов. Но впереди у ребят еще много интересных познавательных этапов. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.